А ты знал, что если ты успеешь поставить лайк за 3 секунды, то ты будешь самой крутой, считаю. Раз, два, три. Привет всем моим любимым зрителям и подписчикам. Меня зовут Алексис, и мы продолжаем играть в крутые мобильные игрушки. Сегодня у нас игра под названием HeroVerse. Как вы, наверное, поняли, друзья, по данной игре вышло масштабное обновление. Первое, конечно, что здесь добавили, так это прокачка силы, а также прокачка скорости, ребятки. Ну, а также, конечно же, новых персонажей. И давайте мы, в принципе, будем начинать. Мы с вами начинаем пока что с хорошего персонажика. Это у нас вот такая вот, ребятки, девушка. Ее, кстати, раньше не было. Это, да, это новый герой. А также была, ребятки, изменена карта. Да, уже все по-другому происходит. Ну, то есть игра обновилась очень и очень, ребятушки, круто. Я просто, знаете, я просто не мог ее вам не показать. Так, отлично, давайте мы тогда быстренько понажимаем на экране, по экранчику, и отправим нашего противника с вами на X70 и заработаем довольно-таки много монет. Ну а сейчас за эту самую девушку, но только, ребятки, выбираем с вами то, чтобы она была злая. Сейчас посмотрим, в кого же она перевоплотится. Ребятки, неужели в Харли Квинн или в кого? Ну серьезно, да, ребятки, скорее всего, что это Харли Квинн, мне лично так кажется. Мы, короче, будем с вами, ребят, проходить одну миссию за доброго персонажа, одну миссию за злого персонажа, и потом будем уже менять героев, ребятки. И, в принципе, вот так будем с вами играть. Так, давайте мы тоже постараемся как можно дальше закинуть нашего противника, и тоже на X70 мы это сделали. Ну а теперь мы стартуем с вот такого вот паренька, и, естественно, выбираем тогда, ребят, добро. Сейчас посмотрим, в кого он будет превращаться, что это за персонаж такой будет. Ребят, это что, Халк какой-то или что? Так, давай-ка мы его вот так вот в стену ударим. Так, вот еще нам немножечко нужно прокачаться. Да, действительно, это какой-то красный Халк. Ничего себе. Это, ребятки, в принципе, тоже новый персонаж. Да, прикольно, ребята, очень прикольно. Окей, давайте мы тогда еще прокачаем с вами скорость и атаку. Так, и выберем антигероя, ребят. То есть выбираем одного положительного героя, потом одного отрицательного героя. И это, естественно, тоже новый персонажик, ребят, это Джокер. Ну, скорее всего, что это Джокер, он, по крайней мере, очень сильно на него похож. Ну, а если вдруг я ошибся, если вдруг вы считаете, что это не Джокер, а какой-то другой паренек, напишите тогда, пожалуйста, об этом в комментариях. В принципе, вы можете меня исправить. Ну, а также я буду вам очень сильно признателен, если вы подпишитесь на мой канал и нажмете на колокольчик, кто еще этого не сделал. А у нас, ребятки, новенький паренечек. И это... Так, пока что я не могу понять, кто это такой. Может быть, следующая эволюция, ребятки, все прояснит? Это случайно не Доктор Стрэндж? Ребят, как вы считаете, это он или нет? Ну, блин, мне кажется, что он действительно очень сильно на него похож. Да, наверное, ребятки, что это Доктор Стрэндж. К тому же он может летать. У нас имеется один ключ, и мы можем открыть один из этих троих сундуков. Какой же открыть? Давайте красный, ребятки, мы откроем сундук. Еще заработали 200, в принципе, жетонов к положительным героям. Окей, давайте тогда выберем негативного героя, ребятки. Интересно, кто же это будет? Ребят, это что? Блин, Хаги-Ваги, серьезно? Сюда даже Хаги-Ваги добавили, представляете, ребятки? Вот это, конечно, прикольно. Ну, логично, да, сделать его все-таки антигероем, потому что, ну, это же Хаги-Ваги, ребят, это же злой персонаж, злой-призлой. Поэтому то, что вот он у нас, как бы, выступает за злых, это, в принципе, ребятки, правильно. Итак, отлично, куда мы отправим нашего паренька? Ну, еще немножечко, и скоро мы будем их отправлять на X80. Ну и давайте прокачаем еще силу, а также скорость. И начнем сейчас, ребятки, с антигероя. Обычно я всегда начинал с доброго героя, а теперь с антигероя, ребят. Вот, кстати, напишите в комментариях. Я уверен, что многие из вас знают, кто это такой. Ребят, многие знают. Вот смотрите, вам такая вот подсказочка. Недавно вышел фильм про нового Человека-паука. И там присутствует этот вот антигерой.
Поэтому, ребят, я думаю, что многие из вас знают, кто это такой. Просто напишите в комментариях. Мне интересно, знаете ли вы или нет. Так, из-за того, что мы не максимально прокачались, мы отправили нашего противника только на X50. А сейчас давайте выберем тогда положительного героя. Интересно, в кого мы сейчас превратимся. Так, это что такое? Да ладно! Это что, Росомаха? Серьезно? Прикольно. Ребят, совместили сюда и Люди Икс, потом еще совместили игру Хаги-Ваги, потом совместили фильмы про Человека-паука. Кстати, здесь мы еще из-за Человека-паука с вами поиграем, обязательно сыграем, но Человек-паук это как бы старенький такой персонажик. Так, ребят, я не понял, блин, я, короче, заговорился и выбирал то, что не нужно было выбирать. Мы же играем за доброго персонажа, зачем я выбирал плохие вещи? Вот серьезно, ребят, просто отвлекся и начал выбирать не то, что нужно. Давайте мы тогда переиграем, ребятушки, эту миссию и будем выбирать только то, что нам необходимо. Отличненько, давайте разобьем эту вот стену, очень хорошо, ребят. Наша Росомаха максимально прокачана. Кстати, давненько я не смотрел, ребят, фильм про Люди Икс. Я не прочь даже сегодня его пересмотреть. Оу, мы сейчас ударим эту девушку, вот блин. Вообще не прикольно, конечно, это делать. Так, отличненько, отправляем, ребятки, на X80, точнее на X70 нашего противника. Сейчас давайте снова мы начнем, ребят, с антигероя и посмотрим, что это у нас за паренек будет. О, я, кажись, знаю, кто это, ребята, это у нас Веном, вот такой вот прикольненький. Это значит, ребятки, что следующий положительный герой, я уже знаю, кто будет, а вам я не скажу, вы об этом узнаете через некоторое мгновение, вот когда мы отправим этого красного Халка как можно дальше и сыграем за доброго положительного героя. Я думаю, что многие из вас уже догадались, кого мы выберем, ребят. Да, там, в принципе, на картинке он был нарисован. Это Человек-паук. Да-да-да, это именно он. Но единственное, что он немножечко не похож на обычного классического Человека-паука. Он похож на какого-то своего Человека-паука. Он фиолетовый, потом еще с вот такими вот коготочками. Но все равно это, ребятушки, наш Человек-паук Питер Паркер. И мы отправляем, ребятки, вот этого вот антигероя, который, кстати, снимался, еще раз вам скажу, в фильме «Человек-паук». Давайте тогда мы с вами пройдем еще буквально несколько уровней, сыграем за доброго персонажа, за злого персонажа, и это у нас, ребятки, снова какой-то новенький персонажик. По-моему, что в прошлый раз я уже за него играл. Да, ребятки, я вспомнил, я уже за этого персонажа играл, но кто это такой, я, если честно, не знаю. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Так, а мы сейчас этого, ребятки, не совсем прокачанного Венома отправим с вами на X. Блин, я уже думал, мы наконец-то пробьем с вами X80. Друзья, я думаю, что на этом свое видео я уже могу заканчивать. Если оно вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а на этом все. С вами был я, Алексис. Всем удачи и пока.